друзья, ну вот хочу сказать, характерная вот идет улица какого-то селишка. Видите, как отдельно, то есть вы через такую канаву, домик где-то в там глубине, у кого-то еще дальше, где-то метров 100, чтобы не так шумно было над дорогой. Я к тому, что некоторые говорят, ой, да это вот прямо над дорогой, да это шумно, да вот, пожалуйста, смотрите. Ну, здесь свободно, и как они между собой, соседи, так же самое над дорогой далековато. Да, видите, какой-то кто-то сады какие-то ставит, кто-то деревья там как-то, естественно, затеняются, либо зашумят, ну, чтобы антишумка такая была вот. Я думаю, вот на таком ровном месте, пожалуйста, покупайте землю и стройтесь, и будет у вас. Вот справа тоже характерно, красиво все сделано. Вот еще участки, уже броня какая-то есть справа, буквально домик силикатного фото выстроился. И все, и на том все закончилось. Наверное, нету денег, наверное. Кто-то бизнес, вот видите, какая площадка. Продает автомобили. Ну, вот так вот. Я с центов. Тут же и заправка, и стадион. И там, ну, пошло влево, туда вглубь чуть-чуть какое-то селишко. И отельчик слева с ресторацией. Солнечные выставил вот так вот, более по-современному. Только что-то получается не на крышу, не за домом, а перед домом. Чуть так, как бы, такой импровизированный палисадник. Ну, значит, так надо. Бассейн детский, здесь цветами засадили. Ну, интересно, я говорю, как едешь, просматриваешь. Митков.
принципе, мы в... сейчас вот буквально выезжаем с селишка и въезжаем в городок Островец. Но дело в том, что мы к нему в центр не поедем, а по круже, ну, по окружной и на предприятие. Предприятие большое. Там, где изготавливают всякие стальные, ну, я не знаю, ну, прокат стальной. Это может быть и швеллера, двутавры, ну, пруты какие-то, арматуры. Ну, за счет арматуры не знаю, хотя может и арматура, да, есть арматура, помню, да, разного калибра. Вот. Такое вот литейное производство. Справа площадка автомобильная. Крупненький городишко. Население, я не знаю, это, наверное, скорее всего, Ира посмотрит в Википедию или сколько там под населением, по переписи было на тот год. Справа прикольная такая вот башенка. И она не одна, кстати, она из двух сторон получается вот такого плана. Через 100 метров поверните направо. Прикольно. На следующем повороте поверните направо. Ну что, заворачиваем направо. Радиоостровец 95,2 FM. Нам еще 5 километров, ну, согласно навигации. Где-то прокатимся вот этими улочками. Вы превышаете допустимую скорость. Ну, это типа городские, как бы, вот. Ну, городские, но... Хотя разницы как таковой я даже не вижу. Люди.
нацелился круто направо. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. С этой стороны я, по-моему, еще не заезжал. Доедьте 3,5 километра. Вы превышаете допустимую скорость. Это для того, чтобы ЖД колею переехать просто вот так вот. Подняли вот такой мост.